А что вообще вам хотелось бы сказать? Что хотелось сказать? Да. Чтоб жена и дети Зеленского вот тут бы приехали и с начала войны посидели в подвалах, попили бы воду в системных батареях, пили дети во многоэтажках на черемушках. И пускай бы они прочувствовали то, что чувствуют наши дети и родственники. Вот это я бы хотел, чтобы все их родственники, Порошенко, все вот эти Аваковы, которые вот это все, чтобы они тут были. И наш мэр Бойченко, вот, чтоб, который 24-го... Точнее, 24 марта свалил отсюда. Февраля. Да. Февраля, да. Вот чтобы они сюда приехали, я просто без матов, понимаете? И никакой гуманитарки ни хера не было. Вот так вот. Люди выживают, гнилую картошку едят. Это в 21 веке, когда у нас WhatsApp и камеры.